Невыносимые условия. Жители Лугового, которые являются пригородом Ульяновска, пожаловались на свалку в черте населенного пункта и выразили недовольство работой компании, занимающейся вывозом мусора. На сигнал отреагировали представители Ульяновского регионального отделения Народного фронта. Активисты побывали в Луговом. В такую жаркую погоду, естественно, гниют, тухнут, приманивают крыс. И запах стоит ужасающий, просто тлетворный. Жители постоянно жалуются, что сюда вывозятся отходы, сваливаются рядом с контейнерными площадками. Вопросы вызывают и состояние контейнеров, и график вывоза отходов из Лугового, и многое другое. В селе, относящемуся к железнодорожному району, проживает 1500 человек. Расстояние до центра Ульяновска чуть более 20 километров. Буквально за моей спиной свалка несанкционированная строительных отходов, которые долгое время не вывозится, не вывозилось. Это говорит о том, что специализированных площадок для строительного мусора в селе Луговом тоже нет. Строительный мусор, потому что должен складироваться на специальных площадках. Активисты ОНФ подготовили обращение к коммунальщикам и муниципальным властям. Члены Общероссийского народного фронта намерены следить за ситуацией в Луговом и добиваться своевременного вывоза отходов с этой территории.